В Тверской области продолжается развитие сети многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Так, в Вышнем Волочке идет строительство современного филиала МФЦ, который будет оборудован 15 окнами для обслуживания граждан. Также он станет методическим и учебным центром для всех МФЦ центральной зоны Верхней Волжи. Тему продолжат наши коллеги из ТРК «Вышний Волочок». Раньше филиал многофункционального центра располагался в здании, не соответствующем стандартам для качественного предоставления гражданам государственных услуг. Поэтому по поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени МФЦ был перемещен в новое здание. Сейчас там идут ремонтные работы, которые начались в июне этого года. Накануне министр экономического развития Иван Егоров посетил Вышний Волочок, чтобы проверить, как справляются с поставленными задачами руководители округа. Мы сейчас вокруг пройдем. Должно быть все как-то красиво, системно. Уже через 3 месяца здесь должны начать принимать первых посетителей. Центр будет соответствовать всем требованиям, которые предъявляются к МФЦ, и обеспечит всех жителей округа государственными и муниципальными услугами. Для создания комфортных условий предоставления услуг в регионе внедрен единый стандарт к оформлению многофункциональных центров. Помещения должны быть достаточно просторные, соответствующее оборудование, потолки, полы, стены, все в соответствии с стандартами. Рассчитываем закончить ремонт к концу августа месяца. Сейчас в помещении проведена перепланировка, все подготовительные и штукатурные работы. Внимание уделяется качеству отделочных материалов и проведению коммуникации. Помимо ремонта помещения, будет благоустроена территория около объекта, появятся современные клумбы, удобная парковка. Будет газон, тротуар и парковка. И до конца прям у нас газон идет. Да. Это будет самый современный филиал Тверской области. Причем очень такой интересный момент, что именно на базе Вышневолоцкого филиала МФЦ будут проходить обучение сотрудники других филиалов. То есть мы делаем таким не просто, знаете, там обычным ординарным филиалом, но это будет такой методический центр. Напомним, что в мае текущего года в Тверской области был расширен список услуг, которые можно получить в многофункциональных центрах. Он дополнен новыми возможностями для семей Верхней Волжи и сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, в ближайших планах открытие новых филиалов в Бельском, Молоковском, Санковском, Фировском и Краснохолмском районах, Пеновском муниципальном округе.